Даяна? Что ты здесь делаешь? В этом деле все предельно ясно. У нас есть убийца и оружие. Надо лишь разобраться в ее истории, и мы все поймем. Извини, кто из нас детектив? Ты не была там. Существует презумпция невиновности. Это моя работа. Доброе утро, мисс Шилдс. Кофе? Бонус 9100 рублей в Mailbet при регистрации по промокоду START. Начнем с простого, Саммер. Ты можешь подтвердить, что ты провела последние 3 дня на Блэк-стрит 101? Да. С тобой было еще 2? Кай Бёрк и Стивен Пул, верно? Ты это подтверждаешь? Да. Я была с ним. Они мертвы. Я знаю. Детектив Брантон с тобой? Да, а в чем дело? Те жесткие диски, что ты нашел в доме, это доказательство. Она хотела их первая посмотреть. Это твои жесткие диски? Формально, Стивена. На них сырой материал для нашего канала на Ютубе. Там записано убийство. Извини, мы всего на минуту, Саммер, хорошо? Мы скоро вернемся. Эти дети снимают все подряд. Нам это на руку. Посмотрим. Бежим! Быстрее! Я бегу так быстро, как могу! У нас получилось! Офигеть, ты в порядке? В полном! Теперь у нас есть доказательство, что это дом с привидениями! И вы, ребята, видите это первыми! Я уж думал, мы не выберемся. На секунду мне показалось, я тебя потерял. Не бойся, я бы никогда не обменяла тебя на привидение. Спасибо, что смотрите очередную серию нашего шоу. Приходите в этот отель сами и опишите ваши ночные кошмары в комментариях. Как всегда, вы просили нас, и наша следующая охота будет в... Саммер! Да? Мы наконец-то отправимся на Блэк-стрит 101, также известный как... Дом самоубийц. Как всегда, переходите по ссылкам в описании к видео. С вами были Кай Бёрк и Саммер Шилдс. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если вы еще не с нами. Помните? Проверьте в шкафу. И под кроватью. И свяжитесь. С нами. Дом самоубийц. Привет всем и добро пожаловать! Я Саммер, это Кай. Если вы еще не видели наш канал, что вы делали все это время? Серьезно, мы лучшие охотники за привидениями. Заходите на канал. Вы с ума сойдете, когда узнаете про нашу следующую охоту. Мы отправляемся на Блэк-стрит 101. Возможно, вы о нем слышали. Последние несколько лет о нем часто говорят в новостях. Мы целую вечность пытались получить разрешение на съемку. Это как бы городская легенда. Как гласит история, люди въезжают в него, но съезжать уже некому. Потому что все, кто в нем поселяется, сходят с ума и убивают друг друга. Последний инцидент был 3 года назад.
15-летнюю Александру Стоун обвинили в жестоком убийстве обоих ее родителей, пока они спали. Соседи слышали крики, позвонили в полицию, но когда приехали копы, они были уже мертвы. Они 4 часа не могли скрутить Алекс. Когда они наконец вывели ее из дома, она сказала, что голос в голове приказал ей убить родителей. Видимо, ее признали невменяемой. Вместо тюрьмы ее отправили в психбольницу. Так что вас ждет дом самоубийц. А пока загляните в шкафы. И под кровать. И свяжитесь с нами. Где бы я ни был, быстрые выводы и высокие коэффициенты всегда со мной. Ставка. Выигрыш. Мелбет. Снято. Отлично. Сделаем еще дубль. Да, нужно. Я так устал после вчерашних съемок. Саммер, тебе решать. Что хотят фанаты? Нужно больше бэкстейдж-видео для нашего второго канала. Нет. Да ладно тебе. Ты же часть команды, Стивен. Пожалуйста. Я всего лишь оператор. А еще ты отвечаешь за звук, монтаж и оборудование. Давай, ты работаешь на нас уже почти полгода. Да, сделаем интервью. Ребят, я лучше буду за камерой. Перестань. Дамы и господа, в данный момент со мной сейчас... Стивен Пул. Выпустился из киношколы и теперь работает в нашей команде. За копейки. А еще вы платите за аренду. Ты спишь на диване, бро. Не думаю, что это считается. Стивен, расскажи нам, почему ты захотел работать на нашем канале? Ну, я увидел ваш флаер в киношколе и зашел к вам на канал. И я подумал, что это будет интересный опыт. Ты решил, что мы отстой? Нет, вовсе нет. Расслабься, Стивен, он просто прикалывается. Стивен снимает нас нон-стоп, чтобы все жуткие моменты попали на видео. Чему ты научился с нами? Ну, многим вещам. Я люблю экспериментировать со съемочным процессом. Саммер научил меня всяким бизнес-штукам. Не думал, что это меня заинтересует. Спасибо. Нет, это еще не все. Я не разбираюсь в цифрах, графиках и данных. Я скорее артистическая натура. Теперь она над тобой прикалывается. Точно. Это типа посвящение или инициация? Нет, инициация была, когда мы заперли тебя в ванной, в твою первую охоту с нами. Мы сказали тебе, что там привидение. Но мы не ожидали, что ты сбежишь через окно. Так что респект, ты сдал тест с белком. Один из нас. Станет, когда перестанешь это делать. Извините. Стивен, расскажи нам. Ребята, все было отлично, и я очень рад участвовать во всем этом на нынешнем уровне. Сейчас, думаю, я мог бы делать кофе для какого-нибудь второсортного режиссера. Так что я очень рад, что работаю на вашем канале. Ты посмотри, как он нас любит. Стивен, братан. Но вы, ребята, вы лица этого канала, так что возвращайтесь обратно. Пройдемся по материалу о Blackstreet 101. Только не придите, Стивен. Что ж, с возвращением. Я хочу сказать, как это замечательно видеть ваши положительные комментарии. Нам не всегда легко, но с вашей поддержкой нам легче. Как мы уже говорили, нам очень нужна ваша помощь. У нас почти 1 000 000 подписчиков, а это большое событие для нас, так что поделитесь с друзьями. И пусть они подписываются на канал. Чем больше у нас поддержки, тем больше на канале контента. На сегодня все. Увидимся на Blackstreet 101. Добро пожаловать на Blackstreet 101, также известный как Дом самоубийц. Да, выглядит он мило. Говорят, здесь больше всего привидений на всем восточном побережье. Никто еще не заходил внутрь со времен последнего убийства 3 года назад. Но сейчас мы это исправим. И вы идете с нами. Хочешь сам открыть? Ух ты, спасибо. Эй. Черт, это настоящий развод. Я б тут жил. Я не ожидала, что тут будет так мило. Ну, мы можем затемнить окна, и все станет выглядеть чуть менее нормально. Ты шутишь? Придется залить все это место кровью. Тогда оно станет хоть немного жутким.
Это место можно выставить на сайт для каучсерфинга. Уверен, что мы что-нибудь придумаем. У нас все получится. Такая лажа, что здесь до сих пор все это не расчистили. Смотри. О, черт! Поверните на камеру. Это последняя жительница этого места, Алекс Стоун. В этом доме никто не был после того убийства. Тут даже осталась вся мебель. Именно здесь случилось более дюжины убийств со времен постройки дома в 70-х. Но никто не знает, почему эти люди совершили эти ужасные преступления. Многие люди сообщают о том, что из дома слышатся странные жуткие звуки. Здесь видят всякие тени и все такое еще с 70-х. И это происходит уже многие годы. Пойдем посмотрим. Туалет. Пригодится. Похоже, мы здесь уже не первые. Если бы вы только почувствовали эту энергетику, здесь ее очень много. У меня от нее буквально мурашки по коже. Но не беспокойтесь, мы бывали в местах и пострашнее, так что мы готовы к дому самоубийц. А где Кай? Уже 4:20. Кай? Куда он делся? Стивен, посмотри там. Что такое? Я что-то видел. Ладно, давай посмотрим. Эй, ты в порядке? Кай? Здесь произошло нечто ужасное. Откуда ты знаешь? Я это чувствую. Тут плохая энергетика. Можешь с ней взаимодействовать? Это дух? Да. Некто, кто здесь уже очень давно, они страдают. Ладно, еще что-то? Выключи камеру. Выключай. Как дела? Хорошо, хорошо. В основном. Кай снял нас неправильно. Я обычно ставлю камеру под правильным углом. Надо бы это исправить, угол неправильный. Да. Это самая важная комната. Насколько я знаю, здесь были убийства. Как все смотрится? Черт. Все криво. Я все исправлю. Ну уж нет. Не бойся, я все исправлю. Спасибо. Блин, он так хорош, что это даже раздражает. Надо прибавить ему зарплату. А мне? Я просто хочу, чтобы у него был стимул остаться с нами. Он с нами не из-за денег. Думаю, ему действительно нравится с нами работать. Ему нравится работать с тобой? Вы оба такие страстные. Такие страстные? Я серьезно. Ты же знаешь, что ты талантливая. У тебя есть драйв. Да, просто хочу, чтобы мама гордилась. Знаешь, колледж не для всех. Со временем она поймет. Да, иногда она становится такой. Твоя мама любит тебя, несмотря ни на что.
Если это видео наберет достаточно просмотров, мы заработаем достаточно денег и завяжем с этой потусторонней хренью. Да. Я знаю, что у тебя есть цель стать крупным продюсером. И все такое. Я думаю, что это хорошее начало. Понимаешь? Ты готовишь фундамент, и довольно надежный. Ты знаешь, как поднять мне настроение? Я просто тебя знаю. О, ты прав. Так. Намного лучше. Круто. Вы готовы ко второму раунду? Да. Отлично, погнали. Он садится. Сейчас. А я тут тебя нахваливал, бро. Беру свои слова назад. Камера. Как только будете готовы. Готовы? Да. Всем привет. Для тех, кто был в танке последние пару лет, мы с Эммер немного расскажем вам об этом доме. Очевидно, вы уже знаете об Александре Стоун. Но не каждый знает об одном очень жутком случае, который был здесь очень давно. Сюда въехали Эрл и Розмари Адамс со своей 5-летней дочерью Джейн и малышом Ральфом. Картина идеальная, да? Но внутри все было не так идеально. Эрл воевал во Вьетнаме и был ранен на службе, так что его отправили домой. Ему это не понравилось. Похоже, он хотел вернуться на войну. Но рана ему не позволяла. И он стал вымещать свой гнев на жене. Розмари приходилось совмещать все это, мужа, детей, работу по дому. Приходилось делать все это и притворяться, что все нормально. Но одной ночью она все-таки сорвалась. Она убила своего мужа, свою 5-летнюю дочь и себя. Она попыталась утопить собственного ребенка в этой ванне, но он выжил. Согласно легенде, дух Розмари остался здесь. Она здесь, ждет, когда вернется ее сын Ральф, что завершит свое ужасное дело. Темнеет, уже пора. Идем. Всем привет. Сейчас 3 часа ночи, и это место действительно начинает меня пугать. Кажется, будто оно живое, как будто я могу... Я чувствую, как оно дышит. Что ж, здесь пока больше нечего делать, только сидеть и ждать, когда что-то произойдет. Что это было? Кажется, у нас что-то есть. Ты это слышала? Да, это в доме? Да. Разбудить Кая? Нет, пусть спит, сами справимся. Да. Света нет. Что-то с проводкой? Или нечто паранормальное. Сейчас, погоди. Отлично, идем. Пока ничего нет, но мы со Стивеном слышали какой-то шум именно отсюда. Черт, что это было?
Что-то есть. Идем. Ничего. Что за фигня? Какая температура? 72 градуса, как в нашу прошлую проверку. Стой. Тут что-то есть. Ушло? Какого хрена? Отойди! Черт! Снято. Кай, я тебя вижу. Черт! Готово. Из этого места, да ладно вам. Это наша лучшая съемка. Мы молодцы. Извини, ты заставил меня сидеть в этом крошечном углу. Может, тебе лучше расположиться вон там? И может, в следующий раз немного пониже, ладно? Думаю, да. Да. Давайте еще раз. Всем привет, добро пожаловать на день второй. После вчерашнего инцидента на кухне мы готовы еще глубже погрузиться в эту охоту. Сегодня мы возьмем интервью местных жителей. Вы готовы? Я готова, а вы? Ушел? Я не верю во всяких привидений и духов. По-моему, весь этот переполох безоснователен. Мой муж — член собрания соседей на страже окрестностей. Он никогда ничего не видел в этом доме. Потом привидения гнались за нами, мы выбежали из дома, мы кричали. Голоса, голос в голове сказал, чтобы я убил свою девушку, но я не смог. Я любил ее, пока она не разбила мне сердце 5 месяцев назад. Джасмин, если ты это смотришь, я скучаю по тебе и люблю тебя. Я хочу, чтобы ты вернулась, Джасмин, я люблю тебя. И мотор? Так, отлично. Ты раньше жила вниз по улице от 101 Black Street, верно? Да. Сколько ты там жила? 4 года. Почему переехала? Соседи раздражали. 20 сейчас и после. По рукам? По рукам. Почему ты переехала? Меня пугали все эти вещи. Было видно всякое, слышны крики вниз по кварталу. Ты видела что-нибудь необычное? Что-то паранормальное? Да, довольно часто. Расскажи нам. Силуэты в окне, странные звуки, жуткие тени. Ты веришь в призраков? Думаю, теперь я не могу это отрицать. Вы сейчас там живете, да? Вы точно увидите что-то странное, стоит только подождать. Это действительно жуткое место. Снято. Просто отлично. Спасибо. Где вторая двадцатка? Спасибо. Дайте знать, когда выложите видео. Без проблем. Только никому не говори, что мы дали тебе денег. Еще одна двадцатка, я точно не проболтаюсь. Иначе у вас будут проблемы, не так ли? Это слишком. Я на мели. Не для записи. Что ты на самом деле думаешь? Есть шанс, что там правда призраки? Честно, не знаю. Но место жуткое. То есть ты считаешь, что там есть призраки? Да ладно вам. Вы что, действительно верите в призраков? Ты должна мне 60 баксов. Возможно. Ребята, гляньте. Может, он фанат? Не похоже. Здрасте, дадите интервью? Уйдите с газона. Да, извините. Вам нельзя там находиться. Я позвоню в полицию. Но у нас есть разрешение, сэр. Вообще-то мы снимаем сюжет про этот дом. Вы знаете что-нибудь об инцидентах, случившихся там? Ладно, только быстро. Вы давно тут живете? Вечность. Знакомы с историей этого дома? Все на этой улице знают об этом доме. И что вы думаете о тех убийствах? Думаю, это не мое дело и не ваше. Вы видели что-нибудь? Что? Ну, что в этом доме есть привидения? Я понял. Охотники за призраками. Да, сэр. Вы зря тратите время. В этом доме нет привидений. Там были только тупые люди и их тупые поступки. Это странно. Так много убийств, это не может быть совпадением. Мне плевать, что там случилось. Я не обращаю внимания. Знаете что-нибудь о первых владельцах? О Розмари Адамс?
Не спрашивайте о Розмари. Этот город долго не мог ее забыть. И вы забудьте. Но, сэр, нельзя это использовать. Не знаю. Можно взять что-то? Он чуть не обделался, когда мы упомянули Розмари. Значит, мы напали на след. Да. Ну, все не так уж и плохо. Правда? С отснятым материалом можно кое-что сделать. Он не очень интересный. Надо взять интервью у Алекс Стоун. Да, было бы круто. Ее недавно выпустили из психушки. Она живет недалеко. И долго ты от нас это скрывал? Не очень. Я написал ей, когда мы получили разрешение на съемку. Она ответила. И? Эй! Она хочет встретиться. Отлично. Можно глянуть? Я знал, что ты не промах. Молодец. Надеюсь, с ромашкой подойдет? Да, конечно. Другого у меня нет. Вы уже снимаете, да? Да, все нормально. Да, да, конечно. Извините за беспорядок. Это дом моей бабушки. Она слишком стара, чтобы самой о себе позаботиться, но не разрешает трогать вещи. Она не очень мне доверяет. Почему она тебе не доверяет? А ты бы стала? Давай начнем сначала. Почему твоя семья переехала в дом на Блэк-стрит? Он был дешевый. Кто-то рассказывал тебе о предыдущих убийствах? Кажется, да. Ты забеспокоилась? Вроде того. Дети в школе все время говорили всякие глупости. И как ты реагировала? Я пригласила их в гости. Друзей у тебя тогда не прибавилось? Ну да. Я часто бывала одна. Надо было пытаться заводить больше друзей. Может, тогда я смогла бы ненадолго выбраться из этого дома. В каком смысле? Алекс? Алекс? В школе надо мной начали издеваться. Потому что я была новенькая, которая жила в доме самоубийц. Было так себе. Я попросила родителей о домашнем обучении. Они согласились? И как это было? Мои родители работали целыми днями, а я училась онлайн. Поначалу было неплохо. Я пыталась выбросить ее из головы. Кого? Женщину из того дома. Она нашептывала мне разные вещи. Говорила мне, что делать. Что, например? Причинить себе боль. Заманивать детей из школы, делать им больно. Врать родителям, делать так, чтобы они думали, что сходят с ума. Она сказала тебе убить родителей. Сэммер. Все нормально. Я в порядке. Да, так и есть. То есть, если бы мы достаточно долго оставались в доме, кто-то из нас тоже начал бы слышать этот голос? В каком смысле оставались достаточно долго? Вы же не пойдете туда? Мы останемся на выходные, попытаемся запечатлеть паранормальную активность на камеру. Нет! Нет, 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 нет! Вы должны уйти! Нельзя там оставаться. Не волнуйся, мы были во многих подобных местах. И с нами все было нормально. Неважно, где вы были, вам нельзя идти туда. Всего на 3 дня. Вы что, меня не слушаете? Этот дом вас убьет. Алекс, успокойся, хорошо? Все будет в порядке. Да нет, не будет. Вам нельзя туда. Алекс.
Обещайте, что уйдете. Не возвращайтесь туда. Не возвращайтесь туда. Алекс, отпусти меня. Она залезет тебе в голову. Заставит делать ужасные вещи. Алекс, мне больно. Как вы не слышите меня? Отпусти ее. Обещайте, что уйдете. Обещайте, что соберете вещи и уйдете. Хорошо, отпусти. Обещайте. Обещаю. Идемте отсюда. Ты в порядке? Да, в порядке. Она совсем обезумела. Она сумасшедшая. Разве ее можно видеть? На камеру смотрелось неплохо. Саммер, ты точно в порядке? Да, точно. Я в порядке. Всем привет. Мы собираемся записать звуки этого дома. У нас отличный новый диктофон. И Стивен, расскажешь всем, что мы делаем? Я устанавливаю оборудование, чтобы записать голос нашего призрака. В каждой комнате вы установили высокочувствительные микрофоны, они пишут звук на любой частоте. И мы собираемся выманить этот дух из логова. Да. Но пока дам слово Каю. Что сказать, у меня дар. Все готовы подружиться с Розмари Адамс? Начнем? Да. Кай, начинай. Розмари. Ты здесь? Чувствуешь что-то? Мурашки. Да. Розмари. Если ты здесь с нами, дай нам знак. Что угодно. Розмари. Если ты здесь, дай нам знать. Каблуки? Мне как-то не по себе. Розмари, это ты? Кай, скажи что-нибудь. Она не хочет говорить. Розмари, мы хотим тебе помочь. Кай! Стивен, выключи камеру. Выключи! Снято? Твою ж мать, Кай! Это было просто невероятно. Да! Да! Стивен, где ты взял эти звуки? Это было круто! Взял звуки разных животных, наложил друг на друга, и некоторые проиграли наоборот. Ты гений, бро! Да, с этим всем и нашим интервью с Алекс у нас будет куча просмотров, всем понравится. Вы слышали? Это тоже ты, Стивен? Это не я. Да ну нафиг. Что это? Ванна полная. Что? Что это? Боже. Это что за хрень? Отвратительно. Это даже не вода. Что это? Какого черта? Бежим, бежим! Быстрее! Господи! Это просто супер, бро. Я уже говорил, но ты чертов гений. Да, Кай прав. Ты очень хорош. Боже, это было. То, что ты нам не сказал, это гениально. Я чуть не обосрался. Ребят. Сердце так бьется. Как же круто. Не терпится посмотреть. Ребята, ребята, ребят. Я этого не делал. Что? Говорю вам, я этого не делал. Это не я. О чем ты говоришь? Кто там? Никого. Что? Не надо. Thank you.
Наверное, просто шутники какие-то. Да. Наверное. Но что с ванной? Ванна. Я же говорю вам, это точно не я. Какого черта? Что там? Сами посмотрите. Нет, нет. Нет, не может быть. Нет. Я заснял на камеру, она была полная, я видел. Стивен, успокойся, ладно? Тут есть сигнализация. Откуда этот звук? Мы же закрыли дверь, да? Там кто-то есть, клянусь. Ну и местечко, блин. Кому-нибудь еще страшно или только мне? Парни, парни, успокойтесь. Ладно? Это можно использовать. Стивен, скажи мне, что ты все это записал? Да. Хорошо. Отлично. Это будет мощно. Это была вторая ночь здесь, в доме самоубийц. Я заходила на сайт, чтобы узнать насчет сигнализации. Сигнализация неактивна с тех пор, как съехали Стоуны. Что это было? Я что-то слышал. Да. Я тоже хочу это выяснить. Идем. Кай? Кай, ты в порядке? Что с ним? Думаю, у него приступ лунатизма. Это так странно. Да, у него раньше такого не было. Нам его разбудить? Думаю, да. Кай? Кай? Эй! Кай! Эй, спокойно! Что происходит? Ты ходил во сне. Что? Серьезно? Да. Ты в порядке? Не знаю. Как себя чувствуешь? Кажется, меня сейчас тошнит. Выдержишь еще завтра? Да, я потерплю. Ложись спать. Попробуй не выходить. Да, я постараюсь.
Думаешь, он в порядке? Да, он справится. Просто... Что? Помнишь, что сказала Алекс? Что тут на самом деле есть призраки? Это возможно так? Ты видела ванную? Наверное, проблема с канализацией. Этому месту уже лет 100. Не знаю. Слушай, мы с Каем занимаемся этим уже 5 лет. Мы были в 50 разных местах. И все якобы с привидениями. Но мы никогда не видели привидения или призрака. Нет, я понимаю. Вы такие спокойные, когда ходите в подобные места. А меня в каждом доме жуть берет. Правда? Почему ты не сказал? Слушай, за Кая не бойся. Просто делай свою работу. Это твоя лучшая съемка. Ясно? Ясно? Ладно. Давай спать. Да. Думаешь, этот гром напугает призраков? Ну, ты сам достаточно страшный. Ну, хорошо. Парни, станьте более открытыми для всего этого. Так, давайте сегодня не будем торопиться. Потом мы все равно нагоним. Согласны? Кай? Да, согласен. Просто говори мне, что делать, и я все сделаю. Хорошо. Отлично. Я хочу устроить сегодня большой финал. Мы полностью разнесем главную спальню. Я имею в виду кровь повсюду, сумасшедшие углы съемки, кто-то изображает одержимость. Кай. Что? Ты слушаешь? Извини. Если хочешь, я обо всем позабочусь. Да, можешь сама обо всем позаботиться. Я ужасно устал. Давай. А я пойду проверю, все ли на месте. Да, все нормально. Что за шум? Ничего особенного. Можешь вести машину? Да. Нужны еще удлинители. Вчера мы сожгли 3. Да. Стивен, да? Съездишь со мной? Да, конечно. Саммер, ты не боишься тут одна оставаться? Нет, кто-то должен остаться и все подготовить. Хорошо. Всем привет! Это день 3, и мы готовимся к последней ночи в доме самоубийц. Надеюсь, вы в восторге, мы-то точно. Одну секунду. Черт! Ты что здесь делаешь? Ты же обещала! Как ты вошла? Ты мне обещала! Да, но я не могу уйти, пока не сниму Розмари на камеру. Думаешь, ты другая? Думаешь, тебя она не сможет контролировать? Алекс! Кто-то умрет! Откуда тебе знать? Я слышу ее! Что? Она проникнет тебе в голову. Саммер, она так делает.
Все, ты начинаешь меня пугать. Прошу, уходи. Так пойдем со мной. Нет! Зачем ты вернулась? Я не хочу, чтобы ты и твои друзья умерли. Милая. Я не сумасшедшая. Ты же понимаешь, что я не сумасшедшая? Все это реально. Знаю. Ты мне не веришь. Ты думаешь, я больна? Алекс, это еще на одну ночь и все. Будет уже поздно. Алекс, тебе придется уйти. Саммер меня не слушает. Вы в опасности. Эй, эй, о чем ты? Мы в порядке. Нет. Слушай меня внимательно. Все хорошо, успокойся, успокойся. Я хочу донести до вас. Все в порядке, послушай. Извини, но у нас очень мало времени. Если мы не успеем за ночь, то нам придется остаться на следующую ночь. Ты же не хочешь этого? Да, я не хочу этого. Всего на одну ночь, ладно? И мы уйдем. Все будет в порядке. Почему бы тебе не пойти домой и не отдохнуть? Утром я тебе сразу напишу. О том, что у нас все в порядке, и что мы уезжаем. Хорошо? А с тобой? Все будет в порядке. Привет. Привет. Ты в порядке? Да, все отлично. А как вы со Стивеном? Я вас еще не совсем напугал, да? Это было жутко. Саммер, я самый главный скептик. Я знаю, что здесь творится что-то странное. Твои кристаллы разве тебя не предупредили? Мои суперкрутые кристаллы из магазина «Все за доллар»? Вообще-то нет. Ты уверен, что хочешь остаться? Мы можем закончить сейчас, на наши доходы это сильно не повлияет. Но ты хочешь большего? Думаю, если мы снимем сегодня финал, у нас будет больше просмотров. То есть ты хочешь остаться? Да, хочу. Но только если ты тоже к этому готов. Я сделаю для тебя все. Знаю. Я не об этом. Ты точно хочешь остаться? Да. Успокойся. Ты что делаешь? Что случилось? Что случилось? Этот чертов призрак пытался меня убить. Вот что случилось. Закрыл дверь, выключил свет. Да ладно тебе. Я серьезно. И ты хочешь остаться здесь после всего этого? Ты хочешь отказаться от такой возможности? Все не так, как в наших обычных охотах. Вот именно. Представь, сколько будет просмотров. Неужели все дело в просмотрах? А как же Кай? Он выглядит так, будто у него нервный срыв. Нет, у меня нет никакого срыва.
Ты смотрел в зеркало? Ты выглядишь ужасно. Что случилось? Вчера вечером ты сказал, что останешься до конца. Вчера вечером? Этот дом не пытался меня убить, ясно? Стивен, успокойся. Хорошо, мы не можем сейчас уйти. Ну и не нужно. С меня хватит. Это всего лишь на еще одну ночь. Прости, Саммер. Прости, но я не могу. Я не хочу здесь оставаться. Стивен, перестань. Без тебя мы не справимся. Ясно? Мы не можем все отменить только из-за того, что ты испугался. С таким материалом количество наших подписчиков увеличилось бы вдвое. Ты понимаешь, что это значит? Мы сможем позволить себе квартиру побольше, у тебя будет своя комната. И нам не придется работать с утра до вечера и делать карьеру в офисе. Тебе не хочется этой свободы? Разве ты не хочешь заниматься тем, что тебе действительно нравится? Конечно, хочу. Тогда останься. Пожалуйста. Еще одно такое дерьмо, еще одно, и я ухожу, ясно? Хорошо, я пойду вместе с тобой. Хороший план? Да, да, отличный. Мы скоро все подготовим. Не знаю. Пока придется повозиться. Ясно. Но сегодня нужно все доделать. Но у нас, ребята, точно все получится. У тебя готово? Твою мать. Пойду поищу автомат. Хорошо, ты точно в порядке? Все хорошо? Да. Ладно. Как мы смотримся? Хорошо, хорошо. Эй, ты понимаешь, что я не пыталась удержать тебя, верно? Просто я правда хочу, чтобы у нас получились хорошие видео. Так что... Спасибо за понимание. Все нормально. Я знаю, канал много для тебя значит, и не хочу все испортить, просто... Я испугался. Да, да. Я все понимаю. Кай! Кай! Кай? Кай, в чем дело? Он там? Должен быть! Дай попробую. Давай вместе. Хорошо. Раз, два, три. Три! Кай? Не работает. Ты что-нибудь видишь? Нет. Ясно.
Кай. Кай! Все хорошо, это я. Кай, это Саммер, все в порядке. Успокойся. Стивен, помоги. Да, да, иду. Кай! Твою мать, Саммер, он плохо выглядит, я принесу воды. Хорошо. Эй, ты нас слышишь? Ты что-то видел в гараже? Эй, ты не хочешь выпить немного воды? Всего один глоток. Маленький глоток. Черт, Саммер, я не знаю. Ему и правда нехорошо. Да, ты прав. Отвезу его к врачу. Никогда его таким не видела. Эй. Жди здесь. Саммер, я нашел его кулон. Отдай ему. Хорошо. Саммер? Кай ушел. Он ушел. Но он же где-то в доме, да? Думаешь, он там? Не знаю. Стивен, я пойду за тобой. Тут никого. Я не понимаю, куда он мог деться? Он был на кухне, Саммер. Знаю, знаю. Ладно, все нормально, мы его найдем. Отвезем его к врачу и свалим отсюда. Выходи. Успокойся. Может, в гараже? Там он был в прошлый раз. Кай! Почему ты ушел? Эй! Мы отвезем тебя в больницу. Черт! Стивен! Эй! Кай, Кай, нет! Остановись, Кай, прошу! Боже! Меня зовут Саммер Шульц. Я в доме 101 на Блэк-стрит. Все, что говорят о доме, правда. Мой друг Кай Бёрк только что убил Стивена. Он зарубил Стивена Пула топором. У меня нет телефона, я не могу вызвать полицию. Того, кто найдет это видео, я прошу передать моей маме, что я ее люблю. У меня мало времени. Не делай этого. Не делай этого. Все в порядке. Сделай это. Сделай. Сделай это. Сделай это. Сделай. Кай!
Я тебя не обижу. Нет, Кай! Кай, прекрати! Нет! Нет, нет, Кай! Кай, прошу, не слушай Розмари! Не надо! Не делай этого! Не делай этого, прошу! Сделай это! Бонус 9100 рублей в Мелбет при регистрации по промокоду «Старт». Ты свободна. Это все? Отпустим ее? Ты разве не видел? Это не она. Это Кай Бёрг. Это был не он. Скажи это своему другу, Стиву. Я могу идти. У меня назначена встреча. Готово. Сожжем эту сволочь дотла.